Просто понимаешь, бойцы песок, блядь, сыпят в топливную систему в танки, блядь, чтобы, блядь, не идти в атаку. Вон оно что. Молодцы, блин, молодцы. Никому не доверяй вообще, никому. Да кому тут доверять? Никому. Ты имеешь в виду, что ли, известных, блядь? Да, да, да. Ты чего, прикалываешься? Даже если начальству не верю, блядь. Ну, понятно, выполнять обязанности, но всегда с поправкой на то, что... Нет, я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто, и все, блядь. Вот я тебе про пологи рассказывал, когда мы там сидели 16 лет. Ага. Когда нас там, блядь, крошили, как котят, блядь. Ну, он же, блядь, отправлял меня, блядь, там, на танки, блядь. Ну. Дебила кусок, блядь. Блядь, нахер послал просто, и все, блядь. Вежливо, корректно. А ничего за это не будет, что ли, типа? Ничего не будет.